Сейчас читаем ваши комментарии под последним постом. Кто-то пишет, меня бы муж убил за такое видео. Кто-то пишет, уж слишком откровенное видео. А у нас даже на салате написано, идеальная пара. А меня муж, Лёш, захвалил. Сейчас будем смотреть кино. И не буду сейчас никому отвечать. Отвечу завтра, потому что хочется сегодня ответить на один нехороший комментарий, но отвечу завтра, да, Лёш? А это напоследок. Лёша мне включил после массажа. Нахлынуло. Нахлынуло, да? Любишь что? А? Слышишь? Сильная, не смеющаяся. Сейчас встану в плите, и у меня появится много сил, и я к вам еще вернусь сегодня. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что доверяете, что я где-то вам могу быть полезна в чем-то. Кто как проводит вечер? Там мы заказываем. Так, Аня, подожди. Мы заказываем. Лук и пикантный соус гриль. Мы заказываем. Вот это вот. Я это сейчас буду есть. Мы будем отмечать каникулы, конец учебного года. Фу, года! Нет, на самом деле мы завтра на даче будем отмечать всей семьей. Но сегодня у нас девичник. Боже, я хочу бургер. Да-да-да-да. Видел бы это папа. Я думаю, прямо в кровати. Что мы сейчас будем делать? Вы же любите, когда пакетики, знаете? А, я люблю видео, когда открывают пакетики, там шуршат всякими подарочками. Я буду пить колу. Господи, я заслужила. Четверть закончили. Я только четверть закончила.